Это ты говоришь подлин. А как я сейчас? Просто подлин. Все примерно то же самое. Да, как в боку. Нет, тоже. Неделя прошла, и мы сказали, что мне на улице. На улице все тихо. Залегла. Залегла. Аня. На голову ей только голову поднять. Она, у нее переспится нормально. Она не может голову поднять. Это не все ждут, пока им ноги перекидают. Ну так он на волту становится другую. Пойдем попробуем.
Давай, следующий могу. А, езжай, езжай. На подъемнике не балуйся, езжай. Давай, давай. На подъемнике не балуйся, делай то, что Евгений говорит. Там делают снег, вот Ну как, Тём, лучше? Она, знаете, как она уезжает в обед. Когда там едет, значит, кричал, там ее в воду, но потом она в обед может поспать. Но потом опять, опаньки, вперед. Едем. Да. Что случилось? Молодец, молодец, езжай, езжай, молодец. На подъемнике только будь внимательна. Да, вот там, в суете. И она бегала, как для семьи. А, переехал? На дискотеку. Ну так мама пусть уходит. Ой, хожу и так уже не сделаю. А сына старше? Он младше, не знаю. А, ну еще. Еще ребенок. Еще девочка. Ну, покажешь с дочкой вместе. Ну, я и так уже на все выставки, на все, куда только мы не ходим. Продвину то по всем. Понимаешь, что будет, давай, 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 давай
Так, туда. Что опять? Что случилось? Так, все, вперед. На улице дождь, он замерз. Работаем. Никакого дождя нет. Я уйду сейчас в аптеку. Давай, Андрей, молодец, молодец. Давай, горай. Догоняй его. Догоняй. Давай палочками помогай, помогай себе палочками, молодец, давай. Помогай, до конца, иди. Молодец, и палочками помогай, палочки, как Евгения учила. Так, раз, палочками помогай, молодец. Проходи, а там потом уже одевай. Ну, а здесь одевай, молодец. Аня, давай, бегом, сейчас Дима догонит. А ты на подъемнике попробуй палки в руке держать. Все такие, Евгений Николаев. Евгений Николаев тоже ездит, палки в руке держать. А зато ты пусть быстро одевай, чтобы никого не задерживай. Давай быстрее. Давай быстро, раз, я делаю быстро. Давай быстро, раз. Молодец, второй быстро. А сейчас еще задание сложнее, но у меня лучше всех. Молодец, давай. Все, они езжают, посмотри. Дима, давай, иди, держи. Это Дима. И это не Дима. Господи. Вон он. Видишь, какого цвета ты купишь? Я белочков не видел. Я ничего такого не видел. Дима, здравствуй. Ты же третий, с кем я попал. Молодец! Молодец!
Во как наловчилась-то, а? Еще. Хорошо? Слышишь, мама? Давай. Значит, еще одну тренировку будем тренироваться. Дим, ты что не здороваешься? Безобразие, сейчас оторву тебе. Вот. Ну и Дим, а потом еще один. Ну и пока они там бегали, носились. Это что, тихий час? А где волшебные пилюли больше не применяете? А? Волшебные пилюли больше. Ну вот держались пока. А давай ты еще до конца и потом поедем за конфеткой. Ну давай, давай, давай. Скажи что-нибудь в камеру еще. А как тогда за конфеткой? Давай. Давай. Аня, вот будь. Смотри, тебе снимай. Вот а будешь как? Потом смотреть и скажешь, да, да разве это я? Ну потом за компьютер пойдем. Держи, давай. Ну, смотри, все есть, а ты нет. Ну-ка, покажи класс. Родители Лёши, Ани, Нина.